окончил 9 класс, когда началась война. Как и многие сверстники, отчаянно рвался на фронт. Вместе с другом мы каждый день наведывались в военкомат. Нам вручали повестки и говорили: «Разнесите их по домам, а завтра мы вас отправим». Длилось так полгода. Наконец, сломленный нашим упорством, капитан не выдержал и сказал: «Пишите свои повестки сами. У меня рука не поднимается это сделать». Мы заполнили бланки и отнесли их домой. Он ко мне, а я к нему. Не верь войне, мальчишка. Не верь. Она грустна. Она грустна, мальчишка, как сапоги тесна. Твои лихие кони не смогут ничего. Ты весь как на ладони, все пули одного.